Здравствуйте, здравствуйте. Мы видим, заходим, участники заходят. Я Юля, Ирина. Мы подождем немножко. Здравствуйте. Заходите, присаживайтесь. Это для нас первый раз, поэтому мы не совсем знаем, как это все работает, но постараемся вас сегодня развлекать, чтобы вам не было скучно и было познавательно. Мы хотели бы с вами познакомиться. Когда вы зайдете, пока у нас есть время и мы ждем людей, давайте познакомимся в чате. Напишите, пожалуйста, из какого вы штата, что хотите про себя, если у вас есть детки, чем занимаетесь, какую-либо информацию. Ну, интересно, откуда мы все, потому что записалось очень много людей из разных штатов: Калифорния, Техас, много Мэриленд, Нью-Йорк, Аризона, Мэриленд. Окей. Очень приятно. Женя, Техас. Орегон. Вау, всю Америку мы покрываем. Атланта. Мэриленд. Очень рада, что с Мэриленда уже несколько человек, потому что Ирина... Единственный адвокат в Мэриленде, который русскоязычный, занимающийся этой дисциплиной, интересный источник для жителей Мэриленда. The person to go to. Калифорния, Сан-Диего, мой любимый город. Вирджиния, двое детей. Светлана, здравствуйте. 30 участников зашло. Давайте подождем. Зарегистрировалось около 200 человек, поэтому... Немножко подождем еще 5 минут. С нами мой друг Влад, который будет наш technical director. Он будет нажимать кнопки, потому что мы хотим фокусироваться на хорошем контенте для вас и не отвлекаться на технические детали, которых мы не особо смыслим по-любому. Да уж. Пишите, пишите. Варя, Нью-Йорк, здравствуйте. Спасибо вам, спасибо, очень приятно. Пишите, пишите, откуда вы, новые участники заходят, все время мы видим. Заходите, пишите, пожалуйста. Дадим еще пару минут, чтобы не задерживать людей. Мы тогда начнем медленно introduction, ну и кто потом, кто-то подтянет. Алла, Натали, hello, nice to see you here. Бруклин, Бруклин, да, привет, обратно из Бруклина, Эмма, я даже знаю, по-моему, какая это Эмма. Окей, Чикаго, место, где я училась, Graduate School, Western Illinois University. То еще люди идут, идут и не зарегистрируются, нам не отвечает. Мистер Гордон, мой любимый аккаунтант. Девушки из Бруклина, Лео Гордон. Гордон is the person to go to, если вам надо делать таксы, Лео. Флорида, Алла. Еще одну минутку ждем и начинаем серьезно уже знакомиться all the way. 40 человек нас пока зарегистрировалось, около 200, так что кто-то, может быть, еще подтянется. Так, ну 5 минут, тогда я начинаю, и как бы люди будут заходить, если то, соответственно, будут втягиваться в контент.
Добрый вечер. Меня зовут Юлия Баринова. Я финансовый консультант из Нью-Йорка. Я расскажу вам историю, почему этот вебинар имеет место быть, как он породился, откуда он originated. Я активный член русскоязычного комьюнити онлайн Facebook, и в группах я довольно часто ставлю образовательный материал, который посвящен защите, страховой защите, и один из моих постов касался юридической защиты, особенно юридической защиты детей. То есть когда был вопрос задан людям, куда пойдут, если, например, вы не думали, куда пойдут ваши дети, если вас, если вы единственные родители, или вас и вашего мужа вдруг не станет, у вас маленькие дети. И ответы были совершенно интересные. Там кто-то говорил, о, он полетит к маме в Минск, он полетит в Москву. А ничего, что ему месяц он полетит, куда он полетит, он сядет в самолет. И тогда люди удивленно смотрели, они не понимали, что это значит, и они стали спрашивать, что это значит. Это значит, что за вас кто-то будет решать, куда пойдет ваш ребенок. Это вызвало очень огромный как бы ажиотаж, тревогу. И в результате сотни комментариев, лайков, я увидела, что людей действительно волнует эта тема, потому что, по большому счету, никто не знает, что будет и как вообще юридически в этой стране происходит, когда происходят какие-то такие очень плохие ивенты. Одна из девушек, которая мне написала, она была из Мэриленда, у нее был ребенок с очень special needs, он был детский церебральный паралич, и она спросила, какую помощь можно ей оказать, что для нее нужно сделать. Я сказала, я постараюсь найти для вас адвоката из Мэриленда, потому что явно, что вам надо проконсультироваться, про планирование, надо, возможно, какие-то инструменты, трасты сделать. И я начала искать, мне порекомендовал мой коллега, один адвокат из Нью-Йорка, Ирину. И Ирина оказалась очень интересным человеком. Я прочитала ее биографию, очень impressive, она из Минска, она приехала много лет назад, там она была юристом, здесь она в 2014 году получила в Балтиморском университете Law School Law Degree и стала practicing attorney в Мэриленде, специализирующимся на estate planning. Она работала во многих компаниях больших по разным специальностям и является, она получила несколько наград очень престижных, который тоже очень как бы меня импресс. Мы созвонились, и Ирина была очень добра, она сказала, что я с удовольствием проконсультирую эту девушку, no charge, как бы мы поговорим, и мы как бы hit it off, у нас случилась химия такая профессиональная и даже на личном уровне, потому что мы, в принципе, мотивированы одним и тем же, как правильно сделать работу хорошую для наших клиентов, и мы решили, что, возможно, мы сделаем такой вебинар, где мы расскажем, как защитить вот действительно детей юридически. И пришел момент, поэтому я решила, что вот сейчас пришел как раз конец года, можно об этом поговорить, Thanksgiving закончился. Так что я представляю вам Ирину Аврина, адвоката из Bethesda, Maryland. Очень приятно, мы теперь на «ты», мы уже подруги, поэтому вдвойне приятно, welcome. Да. Здравствуй, Юля. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо, что вы меня сегодня пригласили, потому что, конечно, эта тема estate planning — это моя самая любимая, на которой я могу говорить часами, днями. Но, однако, перед тем, как мы начнем, я подготовила несколько слайдов, чтобы объяснить, что же такое estate planning. Потому что Юля меня постоянно спрашивает: Ирина, расскажи, ну что это такое? Как это перевести? Это не переводимо. О чем идет? Это вообще не переводим. Поэтому вы извините, но мы будем, да, это использовать как estate planning. Но перед тем, как вообще перейти к этому, я там подготовила парочку слайдов для тех людей, которые как бы воспринимают информацию более, ну, как визуально, и потом мы уже можем перейти к более свободной такой беседе. Мне просто хотелось бы поделиться теми слайдами. Но перед тем, как мы туда перейдем и начнем об этом говорить, я по требованию, понимаете, юридической коллегии штата Мэриленда должна зачитать вам дисклеймер, что сегодняшняя вся информация – это, в общем, общеобразовательно. Дайте, разрешите мне, пожалуйста, я расширю свой скрин, так будет, может быть, легче видеть людям.
этом. Так, from the beginning. Так, значит, ну, здесь вот обо мне говорится. Очень длинный дисклеймер, но суть этого дисклеймера, что информация, предоставленная на этом вебинаре, как в устном, так и в письменном виде, носит общеинформационный характер об общих концепциях и инструментах юридического планирования и основана на знании штата, права штата Мэриленд. Информация, предоставленная на этом вебинаре, как в устном, так и в письменном виде, не предназначена для предоставления юридической консультации или юридического совета. Вся информация, контент и материалы, предоставленные на этом вебинаре, предназначены только для общих информационных целей, и предоставленная информация может быть не самой актуальной по времени. Целью настоящего вебинара или семинара это является повышение осведомленности в сфере юридического планирования и побуждение вас, дорогие слушатели и участники вебинара, обратиться к своему адвокату, который практикует в вашем штате по месту проживания. Я вас прошу, не занимайтесь самодеятельностью, поговорите о этих важных вещах со своими профессионалами, адвокатами в вашем штате. Использование информации, предоставленной на этом вебинаре, не создает отношения адвоката и клиента между читателями, слушателями, пользователями или гостями, ведущими этого вебинара, участниками и их соответствующими работодателями. Настоятельно рекомендую вам обратиться к своему локальному адвокату. Я имею лицензию практиковать право только в штате Мэриленд и, соответственно, могу представлять юридический совет только консультации исключительно на основе права штата Мэриленд и только резидентам штата Мэриленда. Однако я очень рада поделиться какими-то общеинформационными знаниями о моей любимой теме estate planning. И для этого я бы хотела приступить. Давайте все-таки попробуем разделить, что такое вообще estate planning. Давайте попробуем разделить на две части. Первое, что такое estate? Меня часто люди спрашивают. Ну, estate это вообще это очень большой, как бы общепринято сюда включать движимое и недвижимое имущество. Это ваши деньги, какие-то расчетные счета, это сберегательные счета, может быть, инвестиции, машины, дом и все, что находится в нем, как цитирую классика, да, корзины, картины, картонки, маленькие собачонки, все, что вы можете, понимаете, передать по наследству. Сюда же включаются также пенсионные счета и в том числе полисы страхования жизни. Вот. У каждой семьи это индивидуально, сколько, что, чего. И что же такое планирование? Планирование, в первую очередь, я бы сказала, ну, как не банально это звучит, это и есть планирование. Планирование на несколько случаев жизни, как бы я сказала, на все случаи жизни. Первое – это мы планируем, когда у нас все хорошо и все замечательно, как мы будем распоряжаться имуществом, может быть, какие-то там вложения капиталов, воспитание детей. Второе – это планирование на случай недееспособности. На случай недееспособности физической, как физической, так и ментальной. Здесь мы можем говорить о том, что подготавливаются необходимые доверенности, кто же будет помогать управлять нашими активами или решать, принимать решения по медицине, по нашему здоровью, если мы сами не можем в связи с какой-то недееспособностью. Ну и третье планирование, что же произойдет с нами, с нашими детьми, с людьми, за которыми мы несем ответственность, может быть, даже за четвероногими, понимаете, нашими членами семьи, после того, как нас не станет. И вот это вот планируем, мы планируем, когда мы общаемся с клиентом, мы планируем, что же мы будем делать. Назначаем опекунов, управляющим имуществом, заботимся о членах семьи с особенностями развития, или мы в первую очередь хотим там защитить детей или приумножить капитал, или передать бизнес по наследству. То есть вот это вот все включает в слово планирование. Таким образом, если другими словами сказать, что такое estate planning, это целый процесс, когда вы берете под контроль и планируете. Когда я работаю со своими клиентами, в частности, то мы начинаем как бы это планирование, проходим по трем этапам. Первый – это мы определяем цели планирования. Для каждой семьи оно разное. Потом мы выбираем инструменты планирования. Немножко побольше расскажу, что это такое. Ну и третье, мы назначаем так сказать, legacy team или соратников, кто будет нам помогать воплощать наши задуманные цели. Но возвращаясь к целям планирования, вы знаете, это очень индивидуальный подход.
И я советую, чтобы каждый смог это определить со своим адвокатом в своем штате. Ну, например, и каждой семье это может быть по-разному. Одни хотят позаботиться о том, что если, например, у них не с ними что-то случится, или с мужем, со вторым, или с женой, и дети останутся одни, что же они будут делать, кто их будет воспитывать и кто будет ими заниматься. У других цели, например, передача бизнеса. Вот, передачи, это как family business, да. У третьих это сохранение имущества, приумножение их. Для четвертых очень важно передать какие-то ценности свои, или, может быть, какой-то другой капитал, или, я не знаю, награды, или что-то в этом роде. Поэтому каждый раз мы определяем цели с каждой семьей, они разные и индивидуальные. Что касается инструментов планирования, то вы, наверное, уже наслышаны, живя в Америке, что существует их очень много. Основные, они в каждом штате, они все-таки разные, и могут быть там свои нюансы, но в основном, значит, существует завещание или траст, причем трасты тоже бывают совершенно разные в зависимости от целей планирования. Также существуют финансово-медицинские доверенности и дополнительные документы, это, например, проверка того, чтобы назначение бенефициаров по life insurance были назначены правильно, да, что это иные формы инструкции на случай тяжелой болезни или, я не знаю, ну, очень много всяких дополнительных документов, например, как использовать доступ к криптокурренси, да, криптовалюте, как, чтобы это не потерялось, если с владельцем что-то и случится. Вот, поэтому вы с адвокатом, каждый клиент и каждая семья выбираете собственные инструменты, как вы будете планировать ваше имущество. Ну и третье, когда мы говорим об estate planning, мы говорим о legacy team или группа, я так называю, соратников. Это трасти или управляющий трастом, кто будет управлять вашими деньгами. Это опекуны для ваших детей, как временные, так и постоянные. И это также агенты для финансовой и медицинской доверенности, те, кому вы доверяете свое здоровье или принятие решения, нужно ли использовать системы жизнеподдержания или не нужно поддерживать, и также агенты для медицинских доверенностей в том числе. Вот. Ну, и поэтому, как бы подводя итог и как бы подходя к тому, что мы сегодня хотим вообще обсуждать, разговаривать про дети и деньги, обычно так и получается, что когда приходит семья, у которых есть дети, и сюда может также включаться не только дети, а вот, например, престарелые родители или другие члены семьи, которые непосредственно нуждаются в вашей опеке, и вы думаете, что же с ними произойдет, если вдруг вы сами не сможете о них заботиться. Сюда также входят, может быть, детки с особенностями развития или другие члены семьи с особенностями развития, да, и деньги. Поэтому, когда приходят такие семьи, мы чаще всего, или я чаще всего в своей практике работы с клиентами в Мэриленде, мы разделяем как бы на два русла наше планирование. Мы обсуждаем, что же мы делаем с детьми и что же мы делаем с деньгами, с имуществом и как мы все это передаем по наследству. Юленька, я передам... Да. Ага, у тебя какие-то вопросы? У меня есть такой вопрос. У нас здесь, естественно, все мы... Нас объединяет, что мы умеем говорить по-русски, я не знаю, или первый, или второй язык, но мы собрались из разных стран, и как страховой брокер, представитель, консультант, я иногда встречаю такое отношение, что люди из нашей культуры, из наших бывших стран, бывшего постсоветского пространства, очень с трудом избегают говорить на тему вот такого планирования, особенно что случится, если вдруг что-то с нами случится. То есть как бы боятся изглазить, они боятся, это какая-то тема, которой пытаются избегать. Боятся говорить и про смерть, и что случится, если в случае болезни критической, там никто не хочет думать, вдруг они будут не способны к работе. Встречаешь ли ты в своей деятельности, вроде, когда к тебе приходят люди, вот такое же вот отношение иногда, и чем бы ты это объяснила, почему ты так думаешь?
Ой, ну, конечно, я с этим сталкиваюсь вообще практически каждый день. И я так для себя вывела такую формулу, что это происходит по двум причинам, я думаю. Первое, это, во-первых, неприятная тема для разговора. Ну, для большинства нормальных людей, да, не для эстейт-плейнеров. Это неприятно говорить о собственной недееспособности или, не дай бог, что там случится с моим мужем или с моими детьми или со мной, что же будет. Это просто неприятная тема. И вторая причина – это как бы незнакомство или непривычная тема для, может быть, людей, которые приехали и не выросли в этой стране. Ну, во-первых, это неприятно, но я всегда, когда говорю, разговариваю со своими клиентами, я говорю, вы знаете, намного приятнее, если мы будем говорить на все эти темы и обсуждать возможные варианты там, развития событий, как бы в таком сослагательном наклонении. О, если вот это вот случится, или вот если так произойдет, давайте вот мы вот это вот продумаем. То есть рисовать какие-то картинки, придумывать решения, воплощать это в документах, это намного приятнее, когда ничего не происходит, то есть не, как бы, когда мы все живы-здоровы, да, как говорится, и вот просто мы планируем на всякий случай, если вдруг что случится. Потом мы подписываем документы, улыбаемся, расходимся и продолжаем жить, продолжать нашими каждодневными жизнями. Намного сложнее, вот это вот уже и больно, и мне тоже, как и человеку, и как профессионалу, когда приходят люди, у которых уже что-то случилось. В моей практике было несколько девочек молодых, одной было двое, другой трое деток, у которых была операция на следующий день, очень серьезная, с которой они могли не выйти. И нам приходилось просто буквально за ночь что-то там варганить, как говорится, да, готовить какие-то документы. И, может быть, не все мы не смогли там продумать. Слава богу, эти девочки как бы выжили обе, так прямо одна за одной было, у меня так получилось. Но вот тут вот уже не до шуток, не до прибауток. Потому что обычно, когда если люди, знаете, все нормально и все хорошо, и вот просто они задачились и поставили себе целью заполнить документы и все сделать, то мы обычно, я пытаюсь переводить всегда эту консультацию, знаете, в какие-то, может быть, даже... Ну, в таком расслабленном режиме. Ну да, в расслабленном режиме. Потому что, конечно, мои там уже многие и друзья, и товарищи как бы посмеиваются, говорят, у тебя уже профессиональный, да, профессиональный такой, знаете, как, я не знаю, цинизм или что говорит на тему смерти. Ну, все мы люди, все мы, как говорится, человеки. Но я просто призываю людей, пожалуйста, идите и задумайтесь о том, что нужно немножко вот как бы собраться, решить эти вопросы и потом жить спокойно и долго, как говорится. И второе, почему вот я тоже причина, почему я вижу вот этот вот resentment, да, по-английски говоря, это потому что мы не знакомы. Да, мы потому что с этим не знакомы. Многие люди, которые не выросли в этой стране, ну, например, в Беларуси, если кто-то кого-то хочет, если кто-то хочет написать завещание, обычно они пишут для того, чтобы лишить кого-то наследства. Потому что настолько процедура достаточно, я, к сожалению, тоже обоих родителей потеряла, это было очень, знаете, как вот какая-то передача наследства, это была очень легкая процедура, мои братья обо всем позаботились, все там по закону сделали, никаких завещаний не нужно было. Однако в Мэриленде, ну и в общем в Штатах, это очень совершенно другая процедура. Здесь совершенно другие законы. И если вы сами об этом не позаботитесь и не поговорите с своим адвокатом, не запишите документы, то об этом позаботится кто-то другой, может быть, в частности суд. Вот, например, в частности в штате Мэриленд, да, вот что самое интересно, что так законы прописаны, что очень многие клиенты даже не понимают, насколько они как бы не ожидают такого исхода. Например, как у меня был случай, что у женщины умер муж, вот, у нее были малолетние дети. И, к сожалению, как получилось, она думала, что они с мужем достаточно долго прожили. И она думала, ну все, по крайней мере, все это перейдет ей и ее детям. А оказалось, что у мужчины еще были дети от предыдущего брака. И оказалось, что она только может унаследовать 50% от имущества. Ну, то есть то, что она, в принципе, с мужем вместе откладывала, все получается, что пришлось разделить между несколькими семьями. Может быть, это не тот результат, который хотел получить вот этот вот мужчина, который умер. Поэтому, да, я бы хотела сказать, нужно
отложить, наверное, вот эти все неприязни и непривычки, и все-таки собраться, и поговорить, и посмотреть, и подготовиться на все случаи жизни. Я не знаю, Юля, как я согласна. Ответила ли я на твой вопрос? Как сказала Ирина Климович, что пора подстилать соломку, как бы. Тем более, что соломка – это действительно эффективная. Мы знаем, когда мы делаем юридическое планирование, когда мы делаем страховое планирование, это действительно мы просто убираем риски какие-то, и почему этого не сделать, я не всегда понимаю. Ира, я поняла, что estate planning включает в себя не только денежные передачи средств, потому что многие люди так и думают, у меня нет денег, у нас, мы только приехали, у нас ничего нет там, кроме нас самих детей, поэтому нам это не надо делать. И давайте перейдем к теме, которой, ради чего мы здесь сегодня собрались, наверное, самая волнительная тема. Если со мной, если, например, одинокая мама или папа, или с нами обоими, это тоже бывает, что-то случится, куда физически пойдут дети несовершеннолетние? Вот, что вот сегодня это случилось? Вот вечер приходит, куда эти дети маленькие, двухлетние, родившиеся идут? И второй вопрос я сразу задам, поскольку по демографии я знаю, что многие мои клиенты довольно недавно приехали, у них здесь нет семей, то есть муж, жена, ребенок или там пару детей, да, а у них здесь практически никого нет, может быть, какие-то пару друзей. А что делать, если, например, они думают, ребенок, мы хотим, чтобы дети поехали к маме, например, в Минск. Как подготовиться, что нужно, какие provisions сделать, чтобы вот эта их воля как бы осуществилась? Да, Юля, хороший вопрос, спасибо большое. Еще раз хочу заострить внимание, что, конечно же, я не могу говорить за все штаты, я только могу говорить, как говорится, за штат Мэриленд, потому что везде разные как бы условия и законы. Но я хотела бы сказать, что в первую очередь, когда вы говорите и будете говорить со своим адвокатом насчет детей, то позаботьтесь о том, чтобы вы назначили опекунов. И опекуны, можно я начну с опекунов сначала, потом вот поговорю про свои как бы наблюдения. Что опекуны, они бывают разные. Например, как у нас, мы можем назначить временных опекунов и постоянных опекунов. Постоянные опекуны для детей – это те, вот, которым действительно хотите, чтобы ваши дети росли, которые вы хотите, чтобы ваших детей воспитывали, которые ценят, там, разделяют ваши ценности, может быть, разделяют вашу религию, культуру, язык. Это те люди, которым вы доверяете, чтобы они воспитывали ваших детей, как вы сами. Ну, естественно, это хорошо могут... относятся и любят ваших детей. Конечно, как конечно. Своих, но как бы будут делать для них самую лучшую работу. Конечно, конечно. Да, конечно. И, естественно, оставлять это на волю случая, чтобы кто-то другой их назначал. Например, если мы не назначим постоянных опекунов в штате Мэриленд, а это можно сделать только в завещании в нашем штате. То есть нельзя, если я знаю, например, в какой-то там других штатах можно написать какие-то официальные там документы, у них даже есть специальный есть документ, официальный тоже там нужно при двух свидетелях, нотариусы, то в Мэриленде это можно сделать только в завещании, определить постоянных опекунов. Поэтому если вы этого не сделаете, это сделает суд. И, к сожалению, не всегда это получается тоже очень хорошо. И, знаете, какой-то чужой человек, который не знает вашего ребенка, может его оказаться воспитывать. Я вот, кстати, Юленька, сейчас скажу про временных опекунов, и потом расскажу вот эту историю страшную, которая мне постоянно приходит на ум, когда мы разговариваем о guardians, да, вот опекунах. Временные же опекуны – это... те люди, которые могут приехать к вам в дом, если что-то случилось, в течение 10-30 минут. То есть это могут быть какие-то, я не знаю, знаете, ваши соседи, я не знаю, воспитатели детского садика, или просто друзья, или сестра, которая там, может быть, живет на соседней улице. Те люди, которые могут прийти и быть в доме с детьми, или если с вами что-то случилось, для того, чтобы дети не попали, не знаю, по-английски это Protective Child Services, я не знаю, по-русски, может быть, это... Органы опеки, да, чтобы не попали в органы опеки. Все правильно, потому что не обязательно, знаете, это может быть очень плачевно для ребенка, потому что ребенка могут определить в какую-то семью или бросать из семьи в семью, это в зависимости от штата. И, понимаете, совершенно люди, которые не знают ваших детей. Возвращаясь к
опекунам постоянным, не знаю, вот я пытаюсь ответить на твой вопрос, ты спросила там про маму, если мама там, например, в Минске или где-то находится, мы бы хотели, кто-то хочет, чтобы именно мама воспитывала, а у мамы нет визы, мама не может прийти. То, что ее кто-то указал в завещании, это не является основанием для того, чтобы она получила визу и приехала, понимаете, за ребенком, скажем так. Поэтому очень важно вот назначение продумать, может быть, назначить здесь временных опекунов, может быть, постоянных здесь в Америке, и потом дать инструкции, которые просто можно прописать, подготовить все документы, чтобы ребенка, например, перевезли и воспитывали там в другой стране. Либо наоборот, оставить инструкции и сказать, что пусть ребенок воспитывается да, вот в этом штате, или вот там перевезите его, пожалуйста, к моей сестре в Калифорнию из Мэриленда, или что-то в этом роде. Еще раз я просто хотела заострить внимание, что это очень важно, и многие люди не понимают. Они думают, ну, у меня есть брат или сестра, или вот мама со мной рядом живет, вот в одном доме, и наверняка она вот станет опекуном. Это совсем не так. И в частности, например, в штате Мэриленд, это вот у нас был случай, который я хотела рассказать. Юля, ты мне, помнишь, очень тебе не понравился, мы так переживали. Но была такая семья, которая, латиноамериканского происхождения. И они, значит, ехали из Балтимора, кто знает, наш Мэриленд, как бы в Монтгомери Каунти, и разбились на машине. Но маленький ребенок, где-то полуторагодовалый, выжил. И, как вы можете себе представить, знаете, как бы так латиноамериканская семья, и все думали, боже, у него столько много дядюшек и тетушек, бабушек, дедушек, все вроде присутствовали, значит, здесь. Их все хотели взять этого ребенка на попечение. Но из-за того, что родители не позаботились, и, ну, кто об этом хотел заботиться? Молодая семья, да, маленький ребенок, и не поставили, не назначили опекунов в завещании, то суд начал рассматривать, как кто же подойдет опекуном для этого ребенка. И к большому вообще, ко всеобщему удивлению, ни бабушки, ни дедушки, ни тети, ни дяди не подходили. У одной тетушки не были нормальные жилищные условия, у другого дядюшки там было очень много своих собственных детей, у третьей там тетушки у нее не было документов, приехать или забрать там ребенка, или, знаете, или как, не было документов на работу, что-то там такое происходило, и в результате ребенок около года, а то и более, вот, был, знаете, мотался из семьи в семью, которые не говорили на его языке, на родном, и как бы это было очень плачевно. Я думаю, что никто бы не хотел и не посоветовал это своим, ну, знаете, как не пожелал своим детям. Поэтому еще раз, может быть, я как звучу, как broken record, нужно позаботиться об этом, поговорите с вашими адвокатами в вашем штате, какие существуют инструменты планирования, чтобы назначить временных и постоянных опекунов для ваших деток, а также детей с какими-то особенностями развития. И даже мы оформляем вот такие вот, как я знаю, в своей практике, для пожилых родителей, да, если вдруг что с ними случится, а они не говорят по-английски. Вот это мы тоже можем предусмотреть. Например, в моей практике мы там прописываем инструкцию, кто о них будет заботиться, если вы сами не сможете. Ирина, вопрос поступил из зала. Если Ирина не может на некоторые вопросы отвечать, потому что они могут как бы звучать как client advice, поэтому я ей задам вопрос, сейчас девушка меня спросила, но если она не может ответить, то потом как бы мы разберемся privately, да, спросили, как органы узнают, кто временный опекун, ты сказал, что через полчаса. Ой, отлично, спасибо большое, да, Юленька, да, я не знаю, я говорю еще раз, но я, например, как мы в моем штате для моих клиентов, мы даже подготавливаем целый, у нас такой есть пакет, мы называем его Child Protection, как бы Children Protection, извините. И мы составляем письма и подготавливаем там Guardian Designation, тоже письма пишем для Guardians, там как бы мы хотели, чтобы наши там дети воспитывали все остальное. И в то же время мы обозначаем временных и постоянных опекунов, и я всегда советую своим клиентам это как бы вот назначение повесить там, я не знаю, на холодильник или что-то, вот мы так вот выдаем в таком пакете, раздать, может быть, своим соседям. Но чаще всего вот в самом нашем даже назначении, то есть не назначении, а вот письме про временный guardians, который мы вешаем на холодильник, у нас там прямо написано, не вызывайте, например, полицию, если только это не какой-то, ну, знаете, как криминал или что-то, а позвоните этим людям, которые могут прийти и забрать наших детей. И также мы оформляем вот как раз-таки только оформляем такие карточки для guardians, которые можно носить, в принципе, с собой, значит, в кошельке
ссылки, где у людей написано: у меня маленькие дети, позвоните вот таким-то людям, если там дома, да, дети. Поэтому, да, и существует тут много обязательно вариантов. Обязательно надо, особенно если, допустим, например, женщина одна с ребенком, обязательно она не может как в вакууме жить, никто не знает, где концы найти, надо обязательно инструкшнс какие-то, правильно? Обязательно, Юля, да, это в том-то и дело, что если, например, как в Мэриленде, мы опекунов назначаем в завещании, но потом я со своими клиентами, мы прорабатываем письма для guardians, да, то есть мы даже пишем, что я бы хотел, что, например, если у нас родители где-то вот там в Беларуси живут, например, да, ребенок здесь, и я бы хотела, чтобы он здесь воспитывался в Америке, но, например, с моим братом. Я вот это все прописываю, но прописываю, что я бы очень хотела, чтобы моему ребенок ездил, или чтобы там бабушка, дедушка приезжали, навещали, например, в течение месяца, или ребенок мог поехать навестить. Это все мы можем прописывать. Вы также можете, что самое интересное, дать инструкции по воспитанию ребенка и, может быть, даже какие-то стимулы написать. Да, там вот сказать: вот я бы хотела, чтобы мой ребенок там изучал определенный язык, или там, я не знаю, играл на пианино, или занимался баскетболом, что-то такое. То есть вот настолько лично. И я обратила внимание, что очень многие даже из моих клиентов, они подходят к этому очень серьезно. Они пишут целое такое, понимаете, как legacy letter, там legacy письмо со своим мужем, рассказывают, как они познакомились, если совсем дети маленькие, да. На самом деле, хоть мы и говорим, что это неприятно, когда люди в этот вот процесс втягиваются, они даже кайф в какой-то мере от этого ловят, потому что это настолько как бы и благородно, и как бы они get involved, да, они, то есть в life insurance я вижу то же самое, люди просто get inspired, они вдохновляются своей собственной вот этой решительностью сделать вот такой шаг. Это как бы возможность, да, показать свои критерии. Вы знаете, я говорю, вот у меня как раз-таки совсем недавно была семья молодая, которая вот просто они рассказали, как они познакомились, это было так кьют, как они там, я не знаю, какие они традиции, у них там трое малышей уже, какие традиции она была там из одной стороны, он с другой, как они совместили это все. И также они прописали вот именно во что они верят и какими бы людьми их стали дети. То есть даже вот такое вот, я понимаю, что, может быть, не хочется об этом думать, но на самом деле это очень поможет, если, не дай бог, что случится, или, по крайней мере... Вопрос из зала. При переезде в другой штат нужно ли менять договор, нужно ли менять документы, переписывать заново? Или это не униформ во всех штатах? Нет, это, к сожалению, это не униформа. Я не могу говорить, что происходит в других штатах, но чаще всего, если, например, когда мои клиенты уже переезжают в другой штат, я им подсказываю связаться, например, у нас большая очень, ассоциация, где я состою, и я просто говорю: ну вот идите, вот поговорите с адвокатом, например, во Флориде, и они потом уже, адвокат во Флориде, смотрит документы, которые мы составили в штате Мэриленд, и говорит: да-да-да, это подходит, а вот это не подходит. Это, понимаете, это совершенно индивидуально. Но в принципе, по крайней мере, лучше что-то иметь, чем не иметь ничего. Ну да, нужно, конечно, будет посмотреть каждого. Это индивидуально, я бы хотела подчеркнуть. Ирочка, вот сегодня, когда мы разговаривали с моей подружкой, которая намеревалась прийти на вебинар, но потом она на елку своей очаровательной четырехлеткой пошла instead, она спросила: так что, если вот у меня все на ребенка записано, мое имущество, там life insurance, так что, если со мной что-то случится, она не получит, что ли, до 18? То есть я так понимаю, что не только как бы куда пойдут дети, но и куда пойдут имущество, деньги, если намеревается, чтобы дети их унаследовали. Что делать в таком случае? Ну да, вот с этим вот как раз я постоянно и сталкиваюсь, когда люди, они думают: ну вот мы поставили бенефициара на life insurance нашего ребенка, и все, мы купили life insurance, например, или там профинансировали, или у нас есть инвестиционные какие-то вложения, или у меня есть бизнес, и все, если со мной что случится, там, мол, это байнаплан покажет. Это совершенно не так. Это мы можем даже больше навредить нашим детям, вот, чем вот, понимаете, как сыграть, то есть предоставить можно так медвежью, как говорится, услугу. Смотрите, если
дети, вот по крайней мере в штате Мэриленд, если, у меня был такой случай, если дети назначены, например, бенефициаром каких-то пенсионных вложений или там life insurance, или каких-то, я не знаю, банковских счетов или бизнеса, но не оформлены никакие там трасты или завещания, то деньги, по сути, понимаете, они арестовываются судом. То есть малолетний ребенок в штате Мэриленд, например, не может владеть деньгами. И поэтому все, что на него посылают, иногда, да, как бы бабушки, дедушки иногда, знаешь, там оставляют какие-то планы или там банковский счет вписывают владельцу, бенефициара. Life insurance, да. Я вижу, это life insurance, каждый... прям первый бенефициар, годовалый ребенок, да. Да, да. И, то есть, кстати, Мэриленд, значит, что мы делаем? Суд берет и арестовывает эти деньги. И до 18 лет, что, понимаете, нужно каждую там копеечку, если родители хотят потратить, или опекуны на этого ребенка, нужно спрашивать у суда. Например, у нас был этот случай, когда 17-летний ребенок, 16 лет ему было тогда, он унаследовал, по сути, не очень большую сумму, ну, знаете, как сравнительно. Там мама у него умерла, 50 там, тысяч пошло, скажем, папе, 50 тысяч на него было оформлено, и мы должны были суд выпрашивать каждую копеечку, чтобы он там хотел купить новый лаптоп, а папа не мог ему позволить, папа сам тогда болел, и там вообще такая была ситуация очень неприятная. И мы у суда наступил ковид, и мы там буквально 3 или 4 месяца выпрашивали у суда, понимаете, разрешение купить ребенку лаптоп, чтобы он мог закончить школу. И что же случается, когда так происходит? Когда ребенку исполняется 18 лет, в некоторых штатах это 21, ему все вот эти деньги, понимаете, предоставляют в суд на блюдечке с голубой каемочкой. И, к сожалению, понимаете, мы тогда не знаем, как ребенок вообще распорядится этими деньгами. В моем случае этот ребенок пошел и купил машину, и через неделю ее разбил. Ну вот. И знаете, очень часто, когда так бывает, что такие большие деньги, когда падают на 18-летнего ребенка, это может больше навредить ему, потому что есть всякие кредиторы, есть охотники за имуществом. Даже на 50-летних падают какие-то winnings, тоже люди blow away money. Да, 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 абсолютно. И даже я уже даже не говорю о том, что, возможно, эти деньги, если ребенок хотел, например, пойти учиться и получить какую-то государственную там дотацию или scholarship, а у него тут такие деньги, то ему придется, понимаете, там, понимаете, scholarship он не сможет получить. Тоже это тоже нужно обдумывать, когда вы думаете, как же оформить эти деньги и ваше имущество. И поэтому обычно всегда, Юля, вот говоря про деньги, я советую своим клиентам, ну, практически во всех 100% случаях, когда они приходят ко мне с детьми и вот с такими вот вопросами, создать вот траст. Но какой именно траст мы подбираем, исходя из цели, как вот мы уже раньше говорили, каждой отдельно взятой семьи, потому что именно в трасте вы сможете указать, когда и как ребенок получит эти деньги. Может быть, вы хотите его простимулировать, чтобы он закончил хотя бы институт, там, я не знаю, получил мастерс дегри, чтобы занимался определенной родом деятельности. Также траст, вот раз мы уже начали говорить про траст, можно я немножко расскажу? Да, что траст — это, во-первых, это, во-вторых, уже я бы сказала, это конфиденциальность. Никто вообще не знает и не понимает, что происходит, то есть я имею в виду посторонние лица, третьи, что вы там прописали, сколько вы там оставили, какие вы требования поставили для своих детей или распоряжение этим имуществом. Потому что если траста нет, есть завещание, или завещания нет, да. А вот интересно, такой компонент, я знаю, что многие ребята тоже, опять-таки, не так давно приехали, то есть там нет каких-то ни активов, ни денег, в принципе, все многие смотрят на завещание, вот какая разница между, вот если просто составили там завещание, какие-то маленькие активы, там, например, life insurance, назначили опекунов, и versus, что у тебя такой full set document. К этому вопросу женщина спросила, а может ли штат оспорить сет документов, если созданы документы, в каком случае они могут оспорить, а в каком не могут?
Я немножко, наверное, не понимаю вопроса. В смысле штат, если может Ну, оспорить? например, я знаю, что как бы когда завещание, все равно там какое-то, это не то, что автоматически все переходит как бы по завещанию, там все равно есть какое-то Ну в этом рассмотрение. смысле. Ну, где есть завещание, там можно его оспорить, да? Ну, на самом деле, это опять-таки, это в каждой, как бы, в каждой избушке свои погремушки, да, я не знаю, как в других штатах, в Мэриленде, конечно, всегда завещания могут быть оспорены. И почему я советую часто создать траст в таких случаях, вот именно для этой конфиденциальности и для того, чтобы суд не вмешивался в то, как вы, понимаете, хотели, чтобы ваши деньги и дети были распределены. При завещании, даже когда у вас есть просто завещание, нет, траст – это все равно всеобщий процесс. Это любой человек с улицы. Вот у нас прямо, я вот помню, когда что меня удивило, когда я первый раз зашла в один суд, наш центральный суд, я увидела вот эти вот дела, понимаете, людей, которые там умерли чуть ли не там еще вообще в начале, чуть ли не в начале века, и там прямо можно прийти и посмотреть, кто, чего, кому оставил, сколько детей. А представьте, если кто-то действительно смотрит и высматривает молодых наследников или, там, знаете, как говорится, престарелых там родителей, если они вдруг унаследовали, может непосредственно пойти, там, как мы называем их, predators, да, охотники за наследством. По-моему, Бориса Моисеева хотели эксгумировать, какой-то ребенок, сын лейтенанта Шмидта нарисовался. Это на самом деле очень много, там страшных, интересных историй. Тот же самый, понимаете, этот принц, да, который умер, и когда вот он умер, завещания у него не было, объявило 45 человек, которые говорили, что они его там незаконно рожденные дети, братья, сестры, мамы, папы, и вот, и, понимаете, и все делили его наследство. Поэтому таких историй, как estate planner, любят тоже рассказывать, очень много. Но что я хотела сказать, что определить, нужно вам завещание или траст, и что лучше работает в вашей ситуации, это, конечно, нужно разговаривать непосредственно с вашим адвокатом. Ну, плюсов у трастов существует очень много. Я хотела еще сказать, что, по крайней мере, отсутствует судебная процедура. В Мэриленде это достаточно долгий, неприятный, хотя, ну, как бы, неприятный процесс. Вот. То есть там постоянно нужно какие-то документы заполнять. Если, например, какие-то очень много кредиторов, то все деньги могут быть потеряны, понимаете, вообще в процессе этого суда. Опять-таки, да, мог кто-то объявиться и заявить, там сосед сказать, вы знаете, ваш папа мне обещал что-то, вот, и, понимаете, из-за этого у вас там будут задержки в распределении имущества. Ну, то и есть также это борьба, мы знаем, что суды – это как бы самый, наверное, один из 400 легальных способов помогать деньги, да, у населения. Ну, знаете, честно говоря, вот положа руку на сердце, вот когда я, кстати, разговаривала со своими коллегами, они посчитали, что примерно от 3 до 5% идет потеря от стоимости имущества, которое теряется вот для всего имущества, которое проходит через суд к наследникам. Я говорю, положа руку на сердце, честно говоря, например, в Монтгомери Каунти, где я практикую, у нас эти судебные издержки не такие, они высокие, как, ну, там, знаете, я знаю, в Калифорнии это вообще там просто пробейт – это страшное дело. Но вы сюда приплюсовываете, пожалуйста, адвокатские какие-то издержки, да, потом нужно, например, взять официальный appraisal дома или что-то чего, что вам папа завещал по завещанию, или вы там оставили ребенку. Это все вот так вот аккумулируется, и получается, что очень много уходит денег и времени. А вот, например, как COVID показал, то мы, например, в одном не могли перевести машину около 18 месяцев, единственную машину, и на ней никто не мог ездить. Понимаете, дедушка оставил внуку машину. На нее нужно было покупать страховку. Ну, и как бы все эти 18 месяцев никто не мог трогать эту машину. Ну, просто к чему я все это говорю, что, конечно, поговорите, подумайте, не занимайтесь только самодеятельностью, с адвокатом нужен вам траст или нужно завещание. Потому что то есть это траст... известно, что траст стоит, конечно, дороже, чем просто составить завещание, но каких-то во многих случаях это будет worth it, если такое... Ну да, Юля, я всегда говорю, когда клиенты ко мне приходят и говорят, Ир, давай мы что-нибудь сделаем вот такое вот простенькое. Я всегда говорю, простенькое для кого? Для вас или для ваших
ну, наследников. Если для вас простенько, давайте мы сейчас быстренько напишем необходимые доверенности, маленькое завещание, вы идите играйте в гольф. Они потом разберутся. А если вы уже хотите что-то сделать простенькое, да, для своих наследников, то нужно, конечно, позаботиться. Я думаю, конечно, обычно траст, и в траст он включает в себя не один траст, а там много документов, как я вот там составляю. Конечно, это, ну, не дешевое удовольствие, но я думаю, что это стоит того, и люди часто со временем понимают, почему нужно сделать траст. А и бывают же трасты такие, которые пишутся и в завещании есть, testamentary trust. Да, например, если люди еще не очень много у них там денег, и они хотят какую-то структуру предоставить для своего, для своих детей, они пишут траст в завещании, такие тоже существуют. И то чем это еще... Testamentary, это значит посмертный, то есть траст посмертный, открывает, да, 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 начинает, да, действие только по, когда человек, да, скончался. Но, например, есть такие случаи, когда я говорю, если вы не соглашаетесь писать траст, я с вами работать не буду. Если, например, у дети с особенностями развития или члены семьи, которые требуют ухода, вы не можете не написать траст, понимаете? Или, например, если вы хотите, чтобы ваши активы были защищены от кредиторов, от разводящихся супругов ваших детей или там даже собственных, грубо говоря, и от каких-то там охотников за имуществом, как я называю, силы зла. Понимаете, для этого тоже мы пишем траст, это тоже можно. Или приходят очень, например, состоятельные люди, которые хотят передать свой бизнес, вот, или у которых серьезные активы, и они хотят их как-то защитить и проструктурировать, чтобы не потерялись деньги непонятно на что. Поэтому я говорю, что нет такой, вот, знаете, как формулы, которая fit all, да, которая подходит для всех, что непосредственно нужно посмотреть, что вы пытаетесь достичь вашим estate планингом, защитить деток или защитить деньги, потом поговорить с адвокатом, поговорить с другими профессионалами и решить, как и что, и какие документы вы будете подготавливать. Поэтому вопрос я надеюсь, был, что я немножко убедила. Что такое trust fund? Что такое, девушка спросила, что такое trust fund? О, у меня даже где-то есть, дайте я посмотрю, по-моему, у меня даже trust был подготовлен. Trust fund baby. Что это? Ну, trust fund baby, я не это, знаю. Это, вы имеете в виду trust? Это манхэттенское такое выражение, это дети, которые богатых родителей, которые наследовали money in the trust, и они как бы наслаждаются жизнью, ничего не делая, но у них там много-много денег. Понятно, понятно, да-да-да, я сначала не поняла. Ну, trust – это вообще как бы документ, вот, где это официальный документ, где вы прописываете инструкции на все случаи жизни. Что с вами, что происходит, если все хорошо, вы живы-здоровы, что происходит, если в случае недееспособности, и что происходит, например, на случай смерти. То есть это документ, который вы заключаете сами с собой. В данном случае, если это, например, отзывной траст, да, то это документ, которым вы являетесь как бы грантором или дарителем, это документ, где вы понимаете бенефициар, и это документ, где вы трасти или управляющий. Я обычно, знаете, я люблю аллегории, поэтому, когда я общаюсь со своими клиентами, я привожу такие аллегории, что представьте, что траст – это вот своего рода чемодан, на котором вот все вот вы инструкции написали. Потом в этот чемодан вы взяли, сложили ваш там дом, какие-то, я не знаю, активы, банковские счета, все-все-все вы туда сложили. При жизни вы этот чемодан с собой носите. Вот вы можете его открыть, закрыть, достать какое-то имущество, положить туда машину, там еще чего-то или нет. Но после смерти этот чемодан закрывается и передается в руки того человека, которого вы заранее назначили как опекун, я хотела сказать, трасти, управляющий этим документом. И он уже, смотря на инструкции на ваши, он говорит, ага, давайте я там дам этому ребенку, проспонсирую учебу, а вот этому ребенку помогу там в его семейных делах, а вот этому вот передам бизнес. То есть все инструкции следуют вам. Вот у меня даже есть там пару слайдов, я так думаю. Ну вот, да, особенно это у нас преимущество траста, что это документ, я не знаю, вот. И да, очень важно как бы все сделать так, чтобы все было в конце концов связано с вашим траст-документом. Но это более такая уже, знаешь, углубленная тема, но я думаю, вот немножко вот понять, то есть представьте, что это либо чемодан, либо это вот как, я не знаю, ведро, куда вот вы все сложили и передали по наследству. Я не знаю, если можно так какое-то сравнение провести.
Окей. Теперь ты закончила по трастам, да? Я могу говорить часами, Юля, поэтому ты меня, пожалуйста, прерывай, когда тебе удобно. Конечно. Некоторые, опять-таки, ребята только не так давно приехали, и как бы нет активов, там, может быть, начали работать, там, зарабатывать 50, 70, даже 150 тысяч, но все равно, как бы, очень трудно, как бы, за расходами бежать, то есть нет такого эстейт, нет хозяйства, там, чем владеть. Да? Но что делать, например, если что-то случилось, например, парень умер, погиб или что-то, что делать в таком состоянии, как позаботиться о семье? Естественно, это наводящий вопрос страхового агента, но мне бы интересно было бы от тебя услышать твое мнение о роли страхования жизни и также инвалидности, которая является защитой дохода, да, в планировании, overall планировании семьи. Да, у меня тоже очень часто бывает, кстати, я это вижу, когда приходит молодая семья, действительно, даже я имею в виду, называю молодую семью, когда есть дети, например, да, малолетние, вот, и говорят, что же делать, мы как бы определились с опекунами, а вот как же нам проспонсировать, если вот вдруг мои трое детей пойдут к моему брату, понимаете, как вообще мой брат сможет их растить, когда он сам только, например, на ноги становится. И здесь вот как никогда... Трое детей упадут в однобедренную квартиру в Бруклине. Я думаю, мало не покажется. Да, на самом деле, мы тоже должны об этом позаботиться. Я, конечно, в таких случаях отправляю людей сразу к профессионалам, которые занимаются построением капитала. Это и страховые агенты, это, я не знаю, как CPA, да, бухгалтер, да, и финансисты, которые могут подсказать, какие же есть инструменты, ну, там, я не знаю, вложиться, может быть, 529-й план или там открыть какие-то, ну, то есть я в этой области не могу вас там консультировать, я как бы в этом не специалист, но что самое интересное, на практике, по своим наблюдениям, я понимаю, что самый быстрый и действенный и эффективный способ там как бы предостеречься того, что если вы погибаете, вашим детям нужно еще расти, там, в институт ходить, воспитываться. Это приобретение вот страхового полиса, то есть жизни, то есть полиса на страхование жизни. Вот даже Бенджамин Франклин сказал, да, с нами соглашается, да? Да, что это страхование жизни — это самый доступный и дешевый способ позаботиться о чьих-то нуждах. Да, это на самом деле, да, конечно, поэтому, пожалуйста, когда вы об этом разговариваете, поговорите со страховым агентом, поговорите с финансистами. Как, вот обычно, как это происходит на практике у меня, мы определяем наши цели, решаем, окей, хорошо, у нас там детки, там 2, 3, 7, 10 и 15 лет, что нам нужно. Я отправляю их вот к страховому агенту, вот таким, как Юля, понимаете, или к финансистам, или бухгалтерам, которые высчитывают, сколько примерно денег нужно, чтобы, если что-то случится с мужем, или с женой, хотя бы заплатить за моргич, за дом, в котором дети будут жить. А сколько нужно денег, чтобы хотя бы их провести через колледж? И уже потом, когда они определяют, сколько денег как бы не хватает, или в случае недееспособности. Потому что, Юля, по-моему, ты мне говорила, да, что подсчитывали, что нужно около 500 тысяч, что-то такое на воспитание. В Манхэттене стоит около 500 тысяч, чтобы ребенка до 18 лет вырастить, а всего по стране статистика где-то около 250 тысяч. То есть, может быть, я как бы вмешаюсь, из-за того, что это столько стоит, например, на кого бы, если, например, осталась женщина, и я особенно как бы passionately, так сказать, страстно забочусь об интересах наших женщин, потому что причина даже, по которой я начала писать вот в Фейсбуке, это когда был ковид, каждые 3-4 недели мы в Нью-Йорке, те, кто со мной в Нью-Йорке, девушки, мы все видим одни и те же объявления. Какая-то объявляется смерть, либо мужчина, либо женщина, там говорят о горе в семье, обязательно второй параграф, что семья девастейт, это что вдова осталась без средств, пожалуйста, помогите, детей что-то. Когда женщина, у меня встречаются женщины, которые очень задумываются об этом, они хотят, чтобы муж был застрахован обязательно, если у меня вот позвонила девушка, 5 детей, там от мала до велика, да, и она на него покупает полисы, потому что он единственный кормилец, у них 5 детей, она понимает свои риски,
она не пойдет там мыть чьи-то там попки, извините, или там ухаживать за стариками, потому что ей не на что будет кормить их. Просто есть женщины вот такие, а есть женщины, которые, поговорив с мужем, он им говорит, мы пока не будем, и она говорит, нам пока не надо. А в это время она там беременная третьим ребенком, и он не работает. Мне просто, знаете, вот я говорю от сердца, потому что я сама прошла через очень многое из-за здоровья, там тоже потеря капитала и потеря трудоспособности, поэтому я знаю, насколько отчаяние охватывает, когда ты понимаешь, что деньги могут закончиться, поэтому при том, как дешево это стоит, например, term insurance, там 50, 100, 200 долларов, в зависимости там, это вы сами определяете, ну хоть что-то возьмите, потому что вы будете жертвами, женщины, он заболеет серьезно, там был вот случай, у человека случился аневризм, она не работала, с ним сидела 2 месяца в больнице, он был в коме, деньги закончились, 2 детей, он умер, осталось без всего. Другие ситуации тоже все похожи. Всегда страдает женщина, он заболеет, он будет на вас, вы его будете, он будет в химию ходить, получать, вы будете за ним ухаживать и одновременно как-то где-то находить деньги. Он уйдет, не дай бог, как бы опять вы должны будете зарабатывать деньги. Почему за 3 доллара в день не купить себе вот эту подушку безопасности? Девочки, пожалуйста, думайте, это недорого, но это надо вот каждый, это вот религиозно, it's a must, это вот это важнее, чем PlayStation. Я могу сказать вам точно. Да. Да, Юленька, еще я вот хотела сказать, что обязательно, даже если люди, например, там не готовы еще там создать вот какие-то там завещания или трасты, все равно тоже задуматься, вот ты затронула эту тему насчет полости, насчет недееспособности. Очень важно написать и заполнить правильно все необходимые доверенности, вот финансовую в частности и медицинскую, особенно медицинскую. Вот мы тоже, когда разговаривали с своими клиентами, мы об этом очень часто говорим, потому что вы должны определить, вот вы думаете, а там муж решит, или подруга, или кто. Но кто действительно примет за вас решение, будет разговаривать с врачами, если надо будет. Либо там, знаете, получать second opinion, или в конце концов, не дай бог, там принимать решение о системе жизнеобеспечения, да, вот, поэтому очень важно тоже поговорить с своим адвокатом и заполнить вот эти вот все необходимые доверенности на случай недееспособности, чтобы распоряжаться, кто будет распоряжаться. Да, вот у меня был недавно случай, я помогала женщине из Пенсильвании, пожилая тоже из Беларуси, из Минска, женщина, у нее умирал от рака сын, и как бы она довольно так, ну, как бы грин в этой стране, то есть да, почти с корабля только сошла, то есть ни языка, ничего, да, и она, во-первых, она, ей надо было какие-то дела делать с финансовыми компаниями, с его работой, с их страховыми компаниями, там, Fidelities, никто ей не давал информации, она вообще ничего не знала, есть ли деньги, есть ли life insurance, человек был полностью потерян. Потому что у него не было, финансовой доверенности. Во-вторых, она переживала, вдруг он будет страдать последние дни, вдруг его поставят на аппараты. Она переживала, что с ним будет. Мы сами знаем, вот, например, я вспоминаю в Америке много лет назад, наверное, лет 15, был вот этот эпик кейс, ее звали Терри Шиава, 37-летняя молодая американка, у нее случился какой-то строк, переклинила инсульт, да, она какое-то время пробыла без сознания, но потом она пришла в себя, но уже, естественно, жизнеспособность мозга как бы не вернулась, и она превратилась в vegetable. А муж ее сразу, как бы, ну, посмотрев на это, хотел ее отключить, а ее семья возражала. Так это протянулось практически 9 лет, что она сидела в кресле как огурец, да, и при этом дети там ходили, то есть это все за мамой наблюдали. Это травма, это безумная травма, поэтому обязательно надо, как бы, даже если у нас нет денег и детей, у нас есть сами, и обязательно надо продумать инструкцию. Правильно.
Да, я поэтому тоже призываю, задумайтесь. И особенно вот мы даже, Юля, по-моему, с тобой разговаривали, да, когда ты сказала, боже мой, вот я так представила, если, не дай бог, какая-то недееспособность или что, я когда тебе сказала, Юля, назначь, пожалуйста, себе опекунов твоим здоровьем, и ты прям говоришь, боже, какой кошмар, я не хочу об этом думать, но все-таки, я думаю, последовало моему случаю, это совету и обратилась, да, к То есть я адвокату так за помощью. понимаю, я как бы работаю тоже немножко, одна часть моей деятельности, я работаю с организацией, которая может такое бюджетное решение предложить в этом плане. То есть они составляют пакет документов, вот will, да, вот это финансовая доверенность и living will. То есть это стандартный такой пакет документов, да, или что-то еще. Ну, я не знаю, это я говорю, это как бы очень специфический и state specific, как говорится, нужно говорить с адвокатом. Но, честно Кому говоря, так, кому сяк. я не люблю. Я не люблю, ну, знаешь, как бы я как адвокат, я не могу любить вот там вот такие вот эти, знаете, как самодеятельность. Поэтому нет, ну, я бы хотела посоветовать именно посмотреть, пойти хотя бы на консультацию, поговорить со своим адвокатом, поговорить с профессионалами по финансированию, страховыми агентами и подумать, что же можно будет сделать в вашей ситуации. Но вот доверенности написать нужно обязательно. Это вот точно, и я думаю, что это будет применимо каждому штату. Потому что много таких случаев. Помнишь, я даже тебе рассказывала случай, когда у моей клиентки, у нее брат, он в течение уже тоже около 15 лет, он то входит в кому, то выходит, он был очень активный, вот, и когда у него были маленькие дети, то есть это было почти 15 лет назад, он попал в аварию, его сбили на велосипеде. И вот получается так, что вроде как его жена не хочет и не может отключить, потому что он ничего не предусмотрел, он ничего не рассказал. Дети уже выросли. Если уже, знаете, там и все деньги закончились его вот так. Его как бы не отключить, потому что он иногда приходит в себя, но совершенно не Как бы понимает, что... грех, как бы нельзя Ну, вообще, человека, приходящего в поэтому себя. даже, знаете, судя вот потому, мне, к сожалению, пришлось пройти самой через это с моей мамой, да, и я вот в тот момент, когда мне пришлось принимать самой решение, я так жалела о том, что она этого не сделала за меня. Знаете, вот не написала документы или там не сказала. Вот, доченька, если будет так, сделано так. Я позвонила своим братьям, говорю, что делать? Они говорят, ну, ты у нас старшая, ты решай, что делать. Но получается, что настолько была тяжелая ответственность на душе, и что же делать было, как это принимать, и было бы настолько проще. Я поклялась, я всем своим клиентам буду говорить, если у вас есть что сказать по этому поводу. И я говорю про систему жизнедеятельности, да, поддержание, когда человек уже не может сам Не жить может и quality of life, даже если он будет там Нет, дышать. даже Юлька не quality of life вообще, то есть как бы уже там, знаете, end of state, там life, end state, да, или там все такое, да, или vegetate, что происходит, если у вас есть что-то сказать, это лучше написать, дать это знать своим близким людям, им будет проще принять решение, чтобы там, да. Или наоборот, написать, нет, хочу, чтобы меня держали. Вы знаете, такое тоже бывает. У меня клиентка, которая пролежала в коме 2,5 года, она приходила ко мне сама, она с палочкой, правда, но она 2,5 года была в коме. Поэтому тут, конечно, каждый решает сам для себя, но это лучше написать, если у вас есть как бы решение по этому поводу, и адвокаты или профессионалы могут вам помочь принять это решение. Ну, я не Наверное, знаю, надо Юля. как бы с холодным расчетливым умом просто просчитать все какие-то для себя самые выгодные варианты, да, там, и то, что как бы я хочу сказать, что как бы мы не хотели об этом разговаривать, да, если мы Да. избегаем принимать эти решения, как бы не, как по закону химии, ничто не приходит из ничего и не исчезает бесследно. Если мы сегодня отказываемся, мы воет, мы избегаем, мы откладываем, потому что там я еще не готов умирать, мне пока не надо, я еще там Да. молодой, а за нас кто-то должен будет решать. И это будет решаться не по вашему сценарию написанному, а это будет либо суд, либо бывший муж или жена, либо какие-то родственники, которые вы ненавидите, а они ваши единственные вообще, кто есть, или Или будут страдать. дядя Вася с улицы. На самом деле, есть же люди, которые буквально себя записывают в суде и список людей, которые хотят быть там опекунами или принимать такого рода решения. По разным причинам. Кто-то из хороших побуждений там, или быть опекунами детей, да, а кто-то из каких-то, я не знаю, то есть я не могу быть уверена. Они совершенно не знают ни вас, ни ваших людей, ни ваших детей или там, да, и
им приходится принимать решения, такие как отключать от, понимаете, препараты жизнедеятельности. Да? Поэтому, я всегда всем говорю, что сейчас вы имеете лакшери. Вы, во-первых, большинство людей, потому что у меня сравнительно молодые люди, в основном там от 35 там, до 55, чуть постарше иногда. У вас есть здоровье, у вас есть деньги, вы работаете. Вы можете спланировать, например, страхование так, что вы закончите оплату там какому-то возрасту, или да, если у вас term страхование, оно вас покроет на долгий срок. Завещание, вы делаете это сегодня, вы все расписываете. Если это вдруг случается внезапно, it's crumbled, да, это какое-то слово, когда все скомкано, когда люди в панике, когда кто-то должен вот этот весь груз решений, а также финансовый груз принимать на себя. В принципе, чужие дети особо, особенно нет родственников, они никому не нужны. Они пойдут по этапу. Если они упадут на ваших родственников без денег, эти родственники будут попрекать их там до 18 лет, что ты вот я, ты мне стоишь как кость в горле. Да? То есть как бы дети ваши, деньги ваши, это все ваше, надо планировать, потому что это страна, в которой каждый как бы планирует за себя. У нас нет социализма, у нас нет, государство не решает, там какие-то выплаты маленькие вдовам есть, возможно, но и не все их заслужили, как бы, потому что люди приезжают новые, они даже документов не имеют здесь. Поэтому думайте за себя, ребята, обязательно обратитесь к адвокатам в своем штате. Я буду рада пообщаться. У меня как бы держу такой rounded довольно взгляд на все проблемы. То есть это не то, что я там как бы, да, продай мне страховку, вот тебе страховка. Да? То есть я разговариваю, я обсуждаю все аспекты разной вашей жизни. Я спрашиваю про завещание, про родственников, про здоровье. То есть все. Поэтому у меня есть ресурсы, где я работаю со своими коллегами, которых я там отбираю, адвокаты, например, в штате Нью-Йорк, Нью-Джерси, у меня есть очень хорошие там estate planning attorney, divorce attorney, у меня есть там страховальщики машин, home, то есть я пытаюсь быть ресурсом для разных вещей. Созвонитесь со мной, я подскажу все, что вам надо, проконсультирую и буду очень рада быть полезной, как бы не обязательно делать со мной бизнес, но я могу быть хорошим ресурсом. Еще один вопрос, последний был от девушки. Что включает в себя консультация адвоката? Например, если кто-то захотел с тобой встретиться, и они задумались вот об этом, и они хотят к процессу, есть ли какие-то требования, с чем они должны прийти, подготовить что-то, или просто прийти поболтать, и ты их как бы скажешь им на месте, что включает в себя at-least первая консультация такого адвоката, как ты? Да, ну, спасибо за вопрос. Я считаю, что как бы для того, чтобы была консультация продуктивной, да, и чтобы люди могли получить наиболее больше информации для того, чтобы они могли потом принять решение или прямо на консультации. Обычно иногда ко мне люди приходят, а потом возвращаются через 2 года. Было и такое. Сказать, вот мы тут подумали, мы тут решили и все-таки собрались. Для того, чтобы это было продуктивно, я всегда посылаю своим клиентам как вопросник. У меня, значит, есть такой как веб-сайт, куда люди заходят и отвечают на вопросы. Вопросы такие о составе семьи, да, там, о ваших активах, о каких-то вот предпочтениях, если там вы хотите, даже вплоть до того, что как вы хотите, чтобы как поступили с вашим бренным телом, да, все что угодно. То есть это такой целый опросник. И уже потом с этим опросником, значит, клиенты ко мне, ну, были как это, будущие, возможно, будущие клиенты приходят ко мне на консультацию, и я смотрю, просматриваю все, что у них есть, какие у них цели, как я и говорила, и мы потом подбираем инструменты, что, чем мы будем заниматься, писать траст или завещание, доверенности или какие-то директивы медицинские или другого характера. И какой именно траст мы будем выбирать? То ли это будет траст для special needs, да, то ли это траст для того, чтобы, может быть, уберечь какие-то активы от кредиторов, то ли это траст, который может позволить сократить или снизить налоги, которые мы не должны там платить лишние, если мы правильно все это структурируем. Вот, поэтому, да,
Первая консультация очень важная. Она иногда может занимать вплоть там, до, не знаю, до 1,5 часов, иногда даже 2 часа. Я хочу, и цель этой консультации дать, ну, как бы общее представление, и в частности для каждой семьи, что, мне кажется, будет работать лучше всего. И потом уже люди уходят, если они хотят, они начинают со мной работать. У нас еще несколько потом митингов после, до того, как мы подписываем документы. И уже потом, когда подписываем документы, мы убеждаемся, что все бенефициарные формы правильно оформлены, мы убеждаемся, что у нас там хватает тех же этого капитала, чтобы проспонсировать то, что люди хотят, да, и вот таким вот образом поддерживаем связь в течение года, там, если нужны какие-то изменения, люди мне звонят, или потом каждые 3-5 лет вот мы ставим там на календарьке, напоминаем людям, у вас что-то изменилось, может быть, вы там выиграли лотерею, или, знаете, там развелись, вы еще ребеночка родили, или какие-то изменения, например, там в законодательстве или что-то еще, конечно, мы держим связь. Поэтому, еще раз, я не знаю, как другие адвокаты делают, но вот то, что мы делаем, это вот мы готовимся тщательно к первой консультации, потом уже еще у нас несколько консультаций, подписываем документы. Не знаю, ответила на твой вопрос, Юленька? Но, в Да. принципе, в Нью-Йорке у меня тоже знакомые хорошие адвокаты. Они тоже, как бы, не, они, поскольку как бы, консультация всегда стоит каких-то денег, они не хотят ваши деньги тоже тратить. Да, поэтому они хотят, чтобы вы пришли уже с какими-то заготовками, да, чтобы что-то было на что посмотреть, чтобы это не была какая-то пустая, просто вот как вот сегодня у нас общая беседа, чтобы это не было, а вот если у меня там у бывшего мужа там 5 детей, а вот какую часть я получу, надо как бы все прописать, возраста детей там, где живут, все такое. То есть это все важно, правильно я говорю? Да, конечно. И опять же, какие цели? У меня даже есть целый вопросник, пытаться понять, какие цели. То ли это вот, еще некоторые, как у меня очень многие, ну, состоятельные, может быть, более состоятельные люди, они говорят, вот вы знаете, я вот доверяю вот своему мужу, а если вдруг со мной что случится, и он женится, и все деньги, которые мы там копили, та женщина потом возьмет, от него разведется и заберет все наследство наших детей. Что делать? И даже такое, вот, понимаете, мы можем исправить, как говорится, с помощью траста А ведь прописать вариантов какие-то может ограничения. быть несчетное множество, такие нюансы бывают, что вообще не Ну, знаешь, конечно. откуда вылезла какая-то Ну, вот, наследница там, ну я не да, знаю. только вот недавно, Юленька, буквально прошлой неделе к нам приходила женщина, у которой умер папа уже очень пожилой, у них там 6 детей, или сколько, вот 5 или 6 детей. И к их удивлению они узнали, что папа за 6 недель до смерти, 90-летний старичок, женился. Вот, и такие вот и да, и как бы у него нет никаких документов. Вот мы только взяли это дело, будем смотреть, очень интересно все, что это получится, и как вообще по закону все это будет распределено. Ну, как бы это, конечно, в таком, знаете, я говорю, или это, конечно, не очень смешно, но на самом деле, подводя вообще итог, да, я вот, я не знаю, Юля, ты со мной согласишься, но вот в преддверии Нового года, понимаете, я надеюсь, что вот этот вот семинар как бы подтолкнет вас поставить вот это estate planning на ваш New Year's Resolution лист, да, поговорить с адвокатом в вашем штате. Вот Юленька может там порекомендовать, иногда у нее действительно много Нью-Йорк, Нью-Джерси у меня. комьюнити. Да, и в Калифорнии очень много там, кстати, прекрасных адвокатов, я знаю. Вот, и в других штатах, пожалуйста, найдите, кому вы доверяете, с кем бы вы хотели это обсудить. Еще вот, когда меня спрашивают, какого адвоката, кому вы хотели бы сходить, идите к тому, кому вот вы доверяете и чувствуете себя спокойно говорить на эти темы, да, на темы там недееспособности или там на смерти, потому что чаще всего Есть это люди, будет тот. которые, адвокаты, которые make you nervous, ты чувствуешь внутри какой-то там, что он просто billable hours зарабатывает, да, и просто, что это не про Ну, человеческий. тут еще специфика тоже, знаете, населения, потому что у меня прекрасные адвокаты вот на этаже находятся тоже, вот мы коллеги, соседи. И как-то он ко мне прибегает, говорит, я не знаю, почему она плачет, эта женщина. А просто получилось, что она тоже, она была, по-моему, я не помню, ну, вот какой-то из нашей там республики, бывшего Советского Союза, да, и она расплакалась. Почему? Потому что он ей напрямую говорил, ну вот ты сегодня умрешь, что будет? И, понимаете, для нее это было настолько вот как-то это самое, что она просто расплакалась. Он говорит, иди, пожалуйста, объясни. Я не знаю, что с ней делать, я ее направила к тебе. Потому что, ну, как может быть по-другому. Потому что для американцев это такие темы, в Психология частности.
совершенно другая, это надо очень другая, тактично, да, как бы американцы, они более такие practical и to the point. Но они просто прошли через это уже, правильно? У них там есть и родители, и бабушки, и дедушки, они уже просто приспособлены и знают про вот это вот все. Я вижу, знаешь, я вижу много-много недоверия. Вот опять эта же девушка с очаровательным ребенком, она работает медсестрой, и она видит постоянно, как насколько плохо работает, например, health insurance, допустим, там вообще выбрасывают пациентов, у которых это прекратила платить страховка, так она экстраполирует и проектирует на все остальные. Она говорит, там с прошлого века вообще не платят, там они находят, там, допустим, причины, почему не заплатить, там юридические документы не работают. То есть вот я встречаю много скептицизма, особенно много у старшего поколения, но вот интересно, что у молодых тоже вот такие вот views есть, и мы, конечно, хотели бы их для вас развеять, потому что если вы идете к квалифицированному адвокату с хорошей репутацией, которого вам порекомендовали, как бы вот, например, сейчас вы наблюдаете Ирину, кто-то проникнется, кто-то нет, да, кто-то проникнется мной, кто-то нет. То есть, когда вы идете к специалистам, то вы как бы, если в страховке, это компании, которой можно доверять, которой много лет, у которой рейтинги, где вы чувствуете, что солидная стоит финансовая система за ними. То есть это все, это Америка. Страховой индустрии 180 лет, юридической системе там с начала Америки. Поэтому как бы надо просто искать своих людей, как в любой другой профессии, там врачи, адвокаты, архитекторы. Если всего бояться, то просто нужно вернуться к Советскому Союзу, как бы менталитету всего бояться, ничему не доверять, тогда не будет внутреннего какого-то роста и прогресса, и как бы понимания, как функционирует эта страна, ее экономика, ее законы, чтобы стать здесь успешными и сделать своих как бы детей успешными. Поэтому не бойтесь, изучайте. Напишите мне быстренько, если вы хотели бы, чтобы я иногда вам тоже приводила других спикеров, тоже по интересным темам. Мы будем смотреть, какие темы будут для комьюнити интересны. Если можете, напишите, пожалуйста, пару слов. Молчание. Окей, наверное, никто не хочет. Ребята, спасибо. Мы закрываем вебинар. Огромное удовольствие. Да, спасибо большое, Юля, за приглашение. Да, спасибо большое. Спасибо тебе, что ты уделила время. Единственная просьба, я пошлю формочку на 3 вопроса. Пожалуйста, пару минут потратьте. Мне очень интересен фидбэк, потому что мы положили много работы, и хотелось бы, чтобы как бы знать настроение, насколько что понравилось, нет. Очень буду благодарна. Спасибо. Спасибо большое, да, Юля, все. Спасибо за приглашение. Спасибо. С наступающими праздниками, да. Спасибо, Сальто. Вы свяжитесь с Ириной, если вы захотите. Спасибо, до свидания всем. Хорошего вечера. До свидания.